Сегодня у нас 28 августа 2018 года. Я вот в моем меринге. Сейчас у нас 7 часов утра. Я приготовила себе завтрак. Кушаю. Вот, имейте это в виду. Вот. Татьяна Салмановна Мактум Сайфуддин. Это я. Это я. В общем, у меня теперь такая новая система. Я публикую вместе с моими видео и фото, паспорт рядом. Страницу, фото страницы моего паспорта рядом. Вы можете сами там ее почитать. Вот, имейте это в виду. А так, это вот сертификат моего гранта на 10 миллионов долларов, который я собираюсь получить наличными на мой банковский счет. Так же, как и 200 миллионов рублей за мою книгу «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Вот такие вот дела. А вообще, сегодня была у нас с моими кошками, с моей кошкой Матильдой и с котенком процветание по-арабски, фото- и видеосессия на 4-м этаже Эллинга. Вот, в будуарах, на кровати. Вот, там мой голос, мои ноги. Ну и мое, я как бы отражаюсь в этом стекле, там процветание по-арабски придумала. Она сорвала там занавеску, чтобы я там отражением в стекле, там рулставе меня. Вот. Чтобы я так себя и засняла. Вот такие вот дела. А так вы смотрите меня по моей странице Фейсбука, это мой Life Journal. Вот. А сейчас у нас около 7 часов утра. И как я и сказала, там у меня в будуарах, в книжке Софи Лорен я прочитала, что она, у нее такой режим. Она ложится в 9 вечера и встает в 6 утра. Имейте это в виду. Встает она в 6 утра. Имейте в виду раньше всех. И идея такая, я так понимаю, раньше всех встать, как там накраситься, уже красиво выглядеть, уже так все встали, а ты такая тут это, в общем, красота. Вы понимаете, да? Потому что все-таки, наверное, знаете, вот если такой экранный имидж, такая красавица, красотка, в общем, как-то и в жизни это обязует, выглядит. Но, с другой стороны, каждый день доложиться в 9 вечера, вы понимаете, да? Если все интересные передачи начинаются по телевизору только после 12 ночи. Вот я шучу. Мое фото моего паспорта смотрим рядом с моим видео, фото, копия страницы моего паспорта смотрим рядом, читаем. В общем, вот такие вот дела.